приняли участие депутат Московской городской думы Кирилл Владимирович Щитов, от депутатов Совета депутатов Ясен Кисловский, глава муниципального управления Александр Викторович, представители общественности нашего района, глава управы и представитель департамента здравоохранения. Мы лично убедились, прошлись по этажам, посмотрели качество проводимых работ, темп производства работ. На сегодняшний день работы ведутся согласно графику. В декабре месяце планируется установка уже окон в поликлинике. В марте месяце планируется уже ввести поликлинику в строй. На сегодняшний день увеличивается количество рабочих, которые будут участвовать в капитальном ремонте поликлиники. И надеемся, что в марте месяце наша поликлиника новая, обустроена согласно нового стандарта московских поликлиник. Привет и первых детишек в нашем районе.